Лифт – то самое средство передвижения, для управления которым не требуется получать водительские права. Но, тем не менее, как и в случае с автомобилем, нам не безразлично, в какой именно кабине мы будем преодолевать метры по вертикали. Сочетание прекрасного дизайна и высокой надежности – дело весьма и весьма непростое. Но в том случае, когда оно удается, поездка в лифте приносит настоящую радость. Именно так обстоит дело с новыми разработками специалистов Московского государственного унитарного предприятия «Мослифт». Данные лифты были спроектированы в основном под замену в домах существующей застройки. На ряде объектов, позволяющие расширить дверной проем 650 мм до 800, это линейка лифтов, была испытана, была сертифицирована и уже установлена на ряде объектов Москвы. Такие лифты установлены в Академии управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Руководители правоохранительных органов из всех регионов страны имеют возможность рассказать своим коллегам о том ощущении уюта, которое они испытывали, пользуясь вертикальным транспортом производства Мослифта. Применение частотно регулируемого привода не только создает комфорт пассажирам, плавность движения и точность остановки, но и обеспечивает значительное энергосбережение, экономя владельцам лифта 8 тысяч киловатт-часов. Что в полной мере оценили и в гостинице «Шахтер», расположенной на улице Верхние Поля на юго-востоке столицы. Объект неоднозначный, гостиница, поток людей большой. Ну, в какой-то степени рисковали, думали, как они себя покажут, как поведут в работе. Но, к счастью, все обошлось благополучно. Лифты были смонтированы в срок. Качество монтажа, хотя бы первый лифт шел, сложилось тоже нормально. Два лифта собственного производства и обслуживаются мастерами Мослифта, что позволяет обеспечивать в полном смысле этого слова бесперебойную и безаварийную работу агрегатов. Для гостей столицы такие лифты наверняка станут еще одной достопримечательностью Москвы, рекомендованной к обязательному посещению всеми родственниками и знакомыми. А пациентам московских учреждений здравоохранения и жителям пансионатов для ветеранов лифты серии МЛПРИ помогают не только преодолевать метры по вертикали, но и по возможности не замечать недугов. Как, например, в госпитале для ветеранов войн номер 1, расположенном на 2-й Дубровской улице. Ну, объект тоже, видите, неординарный такой. Проем 800 – это был первый лифт в существующей застройке на нашей территории. Но вот уже на протяжении 3 месяцев практически лифт работает также без боев. И также очень приятные отзывы со стороны жильцов, со стороны пользователей. И то, что установлено 2 приказных аппарата, и один то, что в горизонтальном положении низко, и колясочники им пользуются. А то, что Асбролли стоит, конечно, и вот те, что зрение недостаточное, тоже как бы на ощупь, тоже удачно пользуются этими лифтами. Ну, если установлено звуковое сопровождение, которое до этажей объявляет, остановки тоже значительный плюс в эксплуатации придает. Так что, я думаю, они нашли свое место. В медсанчасти номер 13, что на улице Москворечье, специалисты Мослифта установили 3 лифта собственной конструкции, одним из которых как раз и является лифт серии МЛПР-И. Знакомо мослифтовское качество и ветеранам, проживающим в пансионате номер 31 на улице Островитянова. Горячее ежедневное спасибо специалистам предприятия говорят и маломобильные жители 2-го подъезда дома 39 по улице Краснодонской Юго-Восточного административного округа Москвы. А в Южном округе преобразились 4 лифта в 2 подъездах товарищества собственников жилья Болотниковская 5/3. Вандалозащищенные кабины улучшенного дизайна оснащены видеокамерами, изображение с которых поступает на пульт оператора. Помимо, собственно, купе-кабин, внимание заслуживают и другие элементы лифтовой инфраструктуры. Есть на что посмотреть и в машинном помещении. Ведь именно потому, что предприятие имеет свой неповторимый стиль в создании и обслуживании средств вертикального транспорта, с ним охотно сотрудничают иностранные партнеры. Такие, как известные в лифтовом мире фирмы Альберто Сасси и Сикор. Что касается системы управления, то на всех лифтах новой линейки установлены станции УКЛ, практически не имеющие сбоев в работе, выпускаемые производственным комплексом лифтавтосервиса. Сегодня монтаж новых лифтов собственного производства специалисты предприятия производят на объектах по Валовой и Абельмановской улицам. Сегодня все преимущества путешествия по вертикали с помощью техники от Мослифта могут оценить не только москвичи.
Когда на многострадальной земле Абхазии замолчали пушки, там начали подниматься строительные краны. А значит, появилась потребность и в новых лифтах. Ведь ни для кого не секрет, в условиях роста конкуренции на рынке лифтовых услуг привлечение дополнительных объемов работ возможно только за счет предложения более качественной продукции. И, как показывает практика, технику и мастерство специалистов Мослифта оценивают не только руководители жилищно-коммунального комплекса Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Сухума, представители монтажных и эксплуатирующих организаций, но и жители этих регионов. И общая оценка оказывается на редкость единодушной, а именно отличной. В Мослифте точно знают: долговечность, энергоэффективность и комфорт – вот что отличает лифты завтрашнего дня.